По прогнозу погоды, неделя должна выдаться холодной. Штаб по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов начал с зимнего содержания области. Борьба с гололедицей на дорогах и тротуарах находится на первом месте. Мы все с вами четко понимали, куда вывозится пескосолянная смесь, снег, куда вывозится, так сказать, там, другие какие-то отходы. Поэтому будете еженедельно, в том числе, тоже меня информировать о том контроле, который должен быть со стороны вашего ведомства. Губернатор объявил о старте акции «Дед Мороз живет в каждом из нас» с 1 декабря. Инициативу планируется сделать ежегодной. В нашей области, я напомню, проживает свыше 220 тысяч детей. И нам нужно, уважаемые руководители правительства и муниципальных образований, очень серьезно поработать, чтобы порадовать каждого мальчишку, каждую девчонку. Стать тем самыми людьми, которые способны сотворить хотя бы небольшое, но волшебство. Сергей Морозов обещал принять участие в благотворительной акции и развозить подарки детям. Глава области призвал предпринимателей последовать доброму примеру. Другая актуальная тема – коронавирус. Ситуация продолжает оставаться сложной. По информации Всемирной организации здравоохранения, каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от пандемии. Чтобы снизить смертность, медики призывают строго следовать рекомендациям и бороться с дезинформацией. Массовая вакцинация России начнется, со слов вице-премьера, в 2021 году. Для того, чтобы начать массовую вакцинацию, уважаемые руководители муниципалитета, в самые короткие сроки, нам необходима с вами более четкая координация действий на всех уровнях. Для этого вот на федеральном уровне уже создана рабочая группа, отвечающая за масштабирование производства. Мы же с вами должны максимально подготовиться к приему и хранению вакцин. Глава области также назвал несколько первоочередных направлений в здравоохранении. Им нужно уделять особое внимание. Это дозвон до медучреждений, обеспечение врачей транспортом, бесперебойная работа поликлиник, наличие лекарств, полнота и скорость тестирования наличия коронавируса. Последний момент особенно касается удаленных районов. Тесты из них зачастую долго едут до областного центра. Привоз для тестирования будет ежедневный. И мы будем по времени его отслеживать. Мы сейчас заканчиваем разработку, так сказать, вот этого мониторинга электронного. Цель достаточно простая. За сутки, то есть за 24 часа, результаты теста должны быть у человека. В регионе создан единый колл-центр по номеру 122. По нему можно обратиться с вопросами по коронавирусу, но затем тематика будет расширена. Пока колл-центр работает с 8 до 22.00, но с увеличением штата перейдет на круглосуточный режим. На улучшение работы учреждения планируется направить 5 миллионов рублей. Наиболее значимым достижением с точки зрения повышения эффективности бюджетных расходов, на мой взгляд, является экономия средств, которые мы достигли в результате проведенных мероприятий по расходам на обслуживание государственного долга. Хочу доложить вам, что в целом мы уже сегодня имеем с вами возможность в 2020 году перераспределить со статьи «Расходы на обслуживание госдолга» 168 миллионов рублей. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе за счет этих средств улучшится работа колл-центра. А для пополнения автопарка учреждений здравоохранения закупят 75 новых машин на Ульяновском автозаводе. Они сразу дадут облегчение ситуации с транспортом. Другое направление – комплектование центров диагностики COVID. Они должны работать в круглосуточном режиме. Мы предполагаем, что создание таких центров должно быть как минимум два на этом и на том берегу в городе Ульяновске, чтобы и городские, и центр, оснащенный компьютерным томографом, ЭКГ шестиканальным, потому что это быстро для диагностики надо, обязательно санитарными автомобилями для того, чтобы они могли перевозить при необходимости на госпитализацию тех людей, которые пришли. Самый главный принцип – это доступность быстрой диагностики в круглосуточном режиме. Выделение денег позволит создать один такой центр уже до конца года. А остатки сэкономленных средств планируется направить на закупку рециркуляторов воздуха для поликлиник. Егор Титов, Артем Куранов, новости Улправда ТВ.